Это отделение – своеобразный фильтр Пензенского областного клинического центра крови. Именно здесь ее компоненты разделяют друг от друга и разносят по охладокамерам на хранение. Всем этим занимается на специальном оборудовании – центрифугах. Не так давно в медучреждении появилось одно из самых современных устройств данного типа. Почему так остро возник вопрос? Потому что все предыдущие вот эти аппараты, центрифуги, они у нас поступали в 2003-2004 году. И, конечно, свой ресурс они вырабатывают, поэтому была острая необходимость. И мы очень рады, что мы приобрели такое оборудование, которое позволяет разделять высокотехнологично компоненты крови. Новая центрифуга, по словам специалистов, которые с ней работают, практически бесшумная. Ее объем такой же, как и двух ее предшественниц. За один цикл в аппарате можно обработать 12 доз цельной донорской крови, что, естественно, увеличивает объемы произведенных компонентов. Во-первых, эта центрифуга более удобная. Здесь очень удобная панель управления. Работает она может работать по 20 программам. То есть здесь программное управление, мы задаем определенные параметры центрифугирования, такие как скорость вращения центрифуги, время, температуру и профили ускорения и торможения. Средства на приобретение нового оборудования были выделены из бюджета региона в рамках реализации государственной программы развития здравоохранения Пензенской области. В ближайшее время специалисты здесь также ожидают аппарат плазмафереза и устройство для стерильного запаивания пластиковых труб.